Здорово! Слушайте, ни у одного же у меня сегодня ощущение, как будто понедельник. Я думаю, что нет, но тем не менее, сегодня уже четверг, завтра пятница, а там и выходные. Здорово! Друзья, меня зовут Антон Киевский, в эфире «Вертикальные новости». Погнали! Этот народ не победить. В Ставрополе мужчина совместил приятное с полезным. Аттракционы в парках еще не работают, а тут, пожалуйста, и поработал, и какое-никакое развлечение. Вот, правда, соблюдение правил техники безопасности под большим вопросом. Но когда это было аргументом, друзья? Илон Маск. Как тебе такое? Накануне по всему краю прошли памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В Ипатовском городском округе, помимо всего прочего, в небе выпустили белых голубей – символ мира. Только посмотрите, сколько восторга это вызвало у девчонок. Смотреть со звуком. Волонтеры в Георгиевске продолжают искать новый дом для красавца Яши. Яша – Як, оставшийся в зоопарке, хозяин которого умер еще в прошлом году. Почти всех животных волонтерам удалось пристроить. Неопределенной остается только судьба тибетского Яка. Из-за больших размеров забирать его либо не хотят, либо хотят, но для того, чтобы пустить животное на стейки. Люди, опомнитесь, животных из зоопарков не ели даже в блокадном Ленинграде. Грозы на Ставрополье продолжаются и без последствий, к сожалению, не обходится. В Георгиевске повезло и не повезло таксисту. Повезло, что остался цел и невредим, не повезло, сами сейчас увидите почему. Будьте осторожны. Во вторник вечером в Ставрополе открылся светомузыкальный фонтан на Владимирской площади. Обычно сезон фонтанов стартует 1 мая, но этот год по известным причинам стал исключением. Поэтому лучше поздно, чем никогда. Теперь о другом открытии, менее приятном. Житель краевого центра открыл миру свалку неподалеку от тубдиспансера. Хочется процитировать фильм один под названием «Раба любви». Господа, вы звери. Господа, вы звери. Лучше вот берите пример с этой панды. Технику работы щеткой она только осваивает, но, судя по всему, скоро сама будет наводить порядок в вольере. Это ежедневная мимимилота. Что ж, на этом на сегодня все. Вот такие новости собрали мы из соцсетей специально для вас, друзья. Не скучайте, не болейте, не грустите. Всем пока!